Ни один чемпионат России не включает в себя столько участников. КАМАЗы, МАЗы, баги, мотоциклы, квадроциклы. Вот уже 9 лет на территории Астраханской области проходит ралли-рейд «Золото Кагана». Это второй этап чемпионата России по ралли-рейдам. С 2011 года по пескам Астрахани промчались уже сотни экипажей. Впервые гонки проводят в сентябре, а не в апреле. Осенью песок становится более сыпучим и превращается в песчаные ловушки. А это делает трассу еще более сложной. Победители Дакара и опытные гонщики говорят, что в Астраханской области идеальный полигон. Дюны, барханы, грунт – все это усложняет задачу пилотам и делает гонку более насыщенной и интересной. Несмотря на то, что каждый год трассу выбирают разную, Астраханская область неизменно остается местом старта и финиша. Получили дорожную книгу и стартовали. В этом году более 60 экипажей. После 4 месяцев перерыва приехали даже те, кто давно уже не участвует. В центре внимания весь класс Т4 – грузовики. Челнинский КАМАЗ-мастер и белорусский МАЗ-спорт-авто. На одном из КАМАЗов открыл гонку губернатор Игорь Бабушкин. За рулем 5-кратный чемпион ралли «Дакар» Эдуард Николаев. С ним глава региона проехал 15 километров. Просто идеальная машина. Получил колоссальное удовольствие. Очень люблю драйв, очень люблю экстрим. Здесь я получил все сполна. Региональные власти проведение гонки одобрили. Неизменно ее поддержал многолетний партнер «Газпром-добыча Астрахань», лидер социальных проектов в регионе. Производитель шиноремонтных материалов «Росвик» и сверхпрочное полиуретановое покрытие «Титан». 3 дня гонки, более 800 пройденных километров. Извилистые спецучастки и опасные ловушки. Итоговые результаты. Победитель в дисциплине Т4 – грузовики, экипаж Дмитрия Сотникова, команда «КамАЗ-мастер». Гонка получилась очень напряженной, тяжелой для нас тоже. Было немало технических проблем. Но, к счастью, для нашего экипажа нам удалось избежать их, и мы благополучно заняли первое место. Новое издание, новые спецучастки, сложности и изменения. Подготовку «Золото Кагана 2021 начнут через пару недель. Каждый год стараемся менять маршрут. Район проведения-то он как бы понятен, один и тот же. Но маршрут меняем и занимаемся в первую очередь разведкой новых дорог, потому что они в степи есть, их здесь несметное количество. И мы их между собой связываем и готовим трек, по которому в 2021 году пойдет гонка. Протестировать технику в Астрахани камазовцам удалось. Испытания на барханах прошли все. Сейчас новая трасса и новые испытания. Подготовка к ралли-марафону «Дакар». Он пройдет в Саудовской Аравии в следующем году. Алина Денисова, Алексей Игупов, Центр новостей.